Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с древнеегипетской мифологией. Хнум, соединитель, образователь, древнеегипетский бог-творец, божество, почитавшееся преимущество в Элефантине и Бенигасане, слепивший человека из глины на гончарном круге, хранитель разливов Нила. Хнум человекоподобен. Цвет кожи темный, в руках скипетр, на голове царское перо. Однако это описание не вполне точное и гораздо чаще, а в древности почти всегда, он изображался человеком с головой барана, со спирально закрученными рогами. Связь Хнума с Амоном наблюдается в правлении Хатшепсут и Тутмоса III, когда праздник обоих божеств проводился в один день, в Новый год. Хнум в древнеегипетской мифологии – бог плодородия, покровитель земледелия, сын Нунна, его священное животное – баран, с головой которого он изображался. В Элефантине одним из титулов Хнума был «Владыка неба, который сидит на высоком троне». Хнум почитался как руководитель плодородных разливов Нила. По его приказу бог Хаппи каждый год поднимал уровень воды в Ниле. Хнум слепил человека из глины на гончарном круге и причастен к рождению некоторых богов – Хаппи, Ранинутет, Хека. Также божество при рождении царского младенца давал здоровье членам его и сотворял для него Ка. Центры культа – Элефантина и Леонтополь. Праздник Нехипкао отмечался в начале сезона посева, совпадая с праздником Хнума и Новым годом. Вероятно, Новый год в Элефантине отмечался именно в храме Хнума. Учитывая, что Хнум является Ба для Ра, его ночной формой, то день Нового года допустимо воспринимать и как день рождения Хнума Ра на рассвете в облике Хекри. Ра Харахта. Ну, так написано в Википедии о древнеегипетском боге-творце Хнум. Пока-пока, до свидания.